Добрый день. Сегодня 29 января 2019 года. Я приехал в свой сад обрезать деревья. Вот сейчас я подошел на участок однолетних саженцев, посаженных осенью 2018 года. И сейчас я их буду обрезать. Обрезать я буду их просто на высоте 60 сантиметров от земли. Вот по колено примерно 55, около 60 и чуть выше. Все. Обрезал. Теперь убираю лишние веточки. Все. Добиваемся того, чтобы в этом месте дало разветвление дерева. Ветки первого яруса. Формируем. Ну и так далее. Подходим к второму деревцу. Оп. Чуть выше колена. Обрезаем. Чуть выше колена. Следующее. Обрезаем. Обрезаем. Следующее дерево, деревце. Обрезаем. Так, ну эти мелкие тоже пообрезаем. И так далее. Следующее, вот по колено отмерили, обрезали. Это убрали. Все. Пусть дает ветки первого яруса в разные стороны. Ну и так далее. Каждое дерево таким макаром обрезаем. Все. Спасибо за внимание. До свидания.